Здравствуйте, в эфире программа «Город 112». О том, что случилось в Краснодаре и районах края за минувшие сутки, расскажу я, Игорь Зайцев. И сейчас факты, комментарии, расследования и наиболее резонансные происшествия. Коротко о главном сегодня. В Краснодаре сразу два массовых ДТП, в одном из них пострадала женщина. Слова раскаяния прозвучали поздно. В Армавире полицейские задержали двоих краснодарцев по подозрению в грабеже. Вместо больших денег – перспектива загреметь в тюрьму, за что усть-лабинский грабитель в маске может схлопотать большой срок. Цена жизни – непотушенная сигарета. В краснодарской пятиэтажке во время пожара погибла пожилая женщина. Ей было 72 года. Трагедия произошла 11 января в час ночи на улице Тарбекова. По факту случившегося сотрудники следственного отдела по Прикубанскому округу Краевого центра проводят доследственную проверку. Они склоняются к выводу, что пенсионерка уснула, закурив сигарету. В квартире она была вместе с мужем. Мужчина жив, сейчас он находится в больнице. Двоих краснодарцев задержали в Армавире по подозрению в грабеже. Следователи считают, что на этом видео именно они свою жертву нашли в ночном клубе, напали на мужчину и отобрали у него ювелирные украшения. Не учли только одного. Вокруг камеры наружного видеонаблюдения в кадр попали не только сами злоумышленники, но и их машина. Сотрудники полиции отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступления, и установили транспортное средство, на котором скрылись подозреваемые. Сотрудники ДПС задержали разыскиваемую машину на территории Тбилисского района. В салоне находились двое молодых людей, жители Краснодара, 24 и 26 лет. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции, где рассказали о том, что золотые изделия продали, а деньги потратили на собственные нужды. Сумма ущерба 40 тысяч рублей. На допросе у следователя задержанным было очень стыдно. В своей жизни, кроме того, жизни такого не делала. Никогда в жизни. Моментом ранее не судимый, высшее образование. В жизни так не поступил и не буду так больше делать. К сожалению, слова раскаяния прозвучали слишком поздно. Армавирские следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Дорожные полицейские Краснодара разбираются в обстоятельствах массового ДТП на Ростовском шоссе. Накануне неподалеку от поворота на поселок Лазурный столкнулись сразу 4 автомобиля. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель фургона. Он не выдержал дистанцию. Его машина влетела в Volkswagen, который от удара отбросила в Toyota. А ее, в свою очередь, в «Газель». Серию столкновений пополнил еще один фургон. Он также врезался в Toyota. Судя по этим кадрам, больше всего досталось «Фольксвагену». Иномарка осталась без задней части. С людьми все в порядке, все живы. Обошлось без травм. По факту аварии правоохранители проводят проверку. Еще одно массовое ДТП, на этот раз на перекрестке Уральской и Волжской в Краснодаре. Произошло все под занавес дня, примерно в 9:30 вечера. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Один из них уверяет, что участниками этой стычки стали не только автомобилисты, но и двое парней на мотоцикле, которые якобы чудом остались живы. В городском главке эту версию опровергли, у полицейских есть своя. Они предполагают, что ошибку за рулем допустил 40-летний водитель «Лексуса». Он поехал на красный, и это не несмотря на солидный стаж вождения в 11 лет. В итоге его иномарка столкнулась с «Тойотой» и «Мерседесом», а потом протаранила дорожное ограждение. Пострадала пассажирка «Мерседеса». Медики назначили даме амбулаторное лечение. ДТП с пострадавшей также в Ленинградском районе. В поселке Октябрьский водитель ВАЗа сбил девушку. Она шла по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. За рулем легковушки был 70-летний мужчина. Уже стемнело, и он мог не заметить пешехода. Пострадавшей 23 года, она госпитализирована с травмами. В рубрике «Дорожные ситуации» новая порция оплошностей за рулем. Смотрим и избегаем таких просчетов сами. Российская черкасская водитель легкового автомобиля не успевает развернуться, шофер микроавтобуса затормозить. Приходится срочно звонить ГИБДД и вызывать эвакуатор. Еще один опрометчивый маневр на Ялтинской и Уральской. Как и в первом случае, все живы-здоровы, пострадали только машины. На Тургенева и Будюнова две четырехколесные попутчицы под скрежет железа приветствуют друг друга боками. Опасно близко сближаются, да еще на высокой скорости автомобили на Сормовской и Тюляева. Сила притяжения здесь ни при чем, все дело в дистанции.
Не хватает ее и виртуозам экстренного торможения, которые засветились сразу на трех перекрестках: красных партизан и Герцена, красных партизан и Лукьяненко, Селезнева и Ялтинской. И еще несколько ключевых цифр из сводки полицейских. За минувшие сутки на Кубани зарегистрировано 8 крупных аварий. Список жертв дорожных войн пополнил 1 человек. Это пешеход. Пострадавших 7, 3 из них тоже пешеходы. Все попали под колеса по своей вине, считают автоинспекторы. Правила нарушили более 3000 водителей. 36 ждут неприятности за езду в нетрезвом виде. Большой тюремный срок может схлопотать усть-лабинский грабитель, который пришел за легкой добычей в ломбард. В полицию позвонил случайный свидетель преступления. Он проходил мимо и обратил внимание на человека в маске, который вошел в помещение кассы. Спустя мгновение услышал крики женщины. Это была сотрудница ломбарда. Рабочий день у нее закончился, и она собиралась уходить. Следуя инструкции, сначала закрыла дверь комнаты, где стоит сейф с ценностями, а потом решетку. В этот момент поняла, что не одна. Поздний посетитель церемониться не стал. Действовал жестко, но женщина успела незаметно нажать на тревожную кнопку. Он был в маске, в капюшоне, в черном во всем. На руках у него перчатки, как бы я почувствовала мягкие. И он, естественно, после этого начал отбирать ключи. Я отдала ему все. Он начал открывать решетку. Открыв решетку, он потащил меня за собой волоком туда до сейфа. В этот момент я также продолжала нажимать на кнопку эту тревожную. Высыпал полностью лотки все. И со словами «живи», пока он выбежал, получается, через решетку, через дверь. Добыча злодея в маске в денежном эквиваленте больше 1 000 000 рублей. Получив сигнал тревоги, к ломбарду подъехали стражи порядка. Прочесали район преступления и уже через несколько минут задержали подозреваемого с пакетом в руках. Внутри украденные ценности и деньги. При личном досмотре нашли у него и другие доказательства вины. Предмет, похожий на пистолет и маску. Оружие направили на экспертизу. Задержанный находится под стражей. Теперь он фигурант уголовного дела по статье «Разбой». Ему 29 лет, на ближайшие 15 может загреметь в колонию. Вывести на чистую воду помогла проверочная закупка. На такую хитрость пришлось пойти полицейским, чтобы поймать за руку 33-летнего наркодельца из Тимашевска. А после сделки мужчину задержали на трассе сотрудники ГИБДД. В его машине нашли и деньги от оперативников, и сверток с веществом серого цвета. Эксперты уже установили, что это метилэфедрон. Общая масса больше грамма. Подозреваемый заявил, что сверток не его, якобы нашел наркотики на улице и оставил для себя. Ему грозит до 15 лет заключения. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Через несколько минут в нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам.